Октябрь, день 24, 6 ноября по новому стилю. Память блаженного Елизвоя, царя Эфиопского. Блаженный Елизвой, царь Эфиопии, жил в период, когда Аравией правил Дунаан, гонитель христиан и иудей. Праведный Елизвой не мог остаться безразличным к ужасным событиям, когда верующих Христа уничтожали, и он решил объявить войну Дунаану. Однако его первая попытка завершилась неудачей. Желая понять причины поражения, Елизвой, вдохновленный свыше, обратился к отшельнику, который открыл царю, что его желание отомстить Дунаану было несправедливым, ибо Бог говорит: «Мне отмщение, я воздам». Отшельник посоветовал блаженному Елизвою посвятить последние дни своей жизни Богу, чтобы избежать гнева Божьего за самовольную месть, и тогда только он сможет победить Дунаана. Святой Елизвой дал обет Господу и, возглавив войско, напал на врага, победил его, взял в плен и казнил. После победы святой отрекся от царской власти, уединился в монастырской келье и провел 15 лет в строгом воздержании и духовных подвигах.